Есть дети, которые смотрят мультфильмы, а есть дети, которые мультики делают. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской конкурс детской анимации и мультипликации «Иди, мой друг, дорогою добра». Подробности расскажет Юлия Горшкова. Какие ассоциации обычно вызывают словосочетание «детские мультфильмы»? На ум приходят мультфильмы для самых маленьких. А вот в конкурсе детской анимации и мультипликации «Иди, мой друг, дорогою добра» детские мультфильмы – это анимационные картины, созданные руками детей. Наиболее популярным полем для творчества ребятни оказалась тема 75-летия Великой Победы. Более 30 работ были представлены на конкурс детворой от 5 до 17 лет. Количество участников этого конкурса с каждым годом мы видим больше, оно растет. И, наверное, конкурс мультипликации, конкурс тех видеороликов, которые вы отправляете, на сегодняшний день это один из современных методов познания того мира, в котором мы с вами находимся. Позвольте вас поприветствовать от имени Управления образованием. Хотим мы вам сказать то, что вы уже большие молодцы, что вы занимаетесь таким очень трудоемким направлением создания мультипликации. Я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень. Как не весело, неудобно было тогда в городе. Война, холодно, голодно. Мы тогда с моей подружкой часто мечтали. Какой вкусный хлеб! Я бы еще палочку съела. 2016 года руководителю студии детской компьютерной анимации и мультипликации Рубан Светлане Константиновне пришла идея в голову создать такой фестиваль для обмена опытом, чтобы ребята могли представить свои творческие работы. А самое главное, чтобы они могли установить, развивать вот эти связи между командами города, которые занимаются таким вот творчеством, как мультипликация. Мультфильмы – это маленькие истории о очень важных вещах. Мы свой мультфильм посвятили 75-летию Великой Победы. Дети у нас очень талантливые. Я считаю, что этим талантом должны наслаждаться не только мы, но и все окружающие. Сам конкурс мультфильмов, он не только преследует вот технологию создания мультфильмов, а, наверное, внедрение различных IT-технологий в образовательный процесс. Девять команд, вышедших в финал конкурса, распределили между собой места победителей. Получили сертификаты в детские игровые комнаты и билеты в кинотеатры города. А вот что думают сами дети о своих любимых мультфильмах и за что они их любят? Мне нравится то, что мультфильмы учат доброте, и они ушишные. Они учат, что делать можно, что нельзя. Они веселые. Мы любим смотреть их, потому что интересно. Юлия Горшкова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.